игрок. В прошлом опытный сталкер, накопивший денег и покинувший зону 10 лет назад, ему на большой земле в отдалении от зоны снится абсолютно реалистичные тревожные сны, в которых он видит знакомые места Чернобыльской зоны отчуждения, где побывал. После того, как эти видения начинают вторгаться в реальную жизнь, игрок принимает решение направиться вновь в Чернобыльскую зону отчуждения. Игрок прибывает в научно-исследовательский институт Чернобыльской аномальной зоны, чтобы получить официальный пропуск в зону отчуждения. Там он знакомится с главным героем «Теней Чернобыля» Стрелком, он же Меченый, который советует поговорить насчет видений с болотным доктором. Стрелок поручает игроку официальный контракт на доставку пакета для болотного доктора и просит зайти к нему вечером за официальным пропуском и указанием, как найти болотного доктора. В кабинет заходит начальник охраны НИИ ЧС. Стрелок переходит... разговор переводит разговор на другую тему. Когда вечером герой подходит к научно-исследовательскому институту, происходит взрыв, сносящий кабинет стрелка. Сбегаются люди, а один из них командует, что игрок один из последних, кто беседовал со стрелком. Начальник охраны научного городка кивает и показывает задержать нашего главного героя. Его запирают в отделение охраны института, инкриминируя ему убийство. Стрелка путем активации нелегально пронесенного артефакта. Через некоторое время игрока освобождает один из сталкеров. Игрок со сталкером проникает в зону, так как это единственное место, где можно укрыться от официальных властей. По пути сталкер спрашивает, почему на игрока повесили убийство, и узнав о попытке, о посылке для доктора, говорит, что это единственная зацепка. Пройдя периметр, игрок со сталкером наталкиваются на отряд военных. Сталкер назначает место встречи и уводит военных за собой. Придя на место встречи, игрок вместо сталкера находит группу новичков. Они сообщают, что никто, кроме игрока, здесь не появлялся и предлагают подождать сталкера до утра следующего дня. Сталкер на место так и не приходит. Новички собираются идти в город и предлагают игроку к ним присоединиться. Бармен в городе может знать, где искать доктора. Игрок прибывает в город. Крупнейший лагерь сталкеров. В баре «Сторинген» игрок находит бармена, который реагирует на него с прохладцей. Он не слишком верит в невинность игрока и рассказывает, что за убийцу стрелка уже назначена неплохая награда. Сдавать игрока бармен не собирается, но и связываться с ним он не хочет. Когда игрок выходит из бара, его перехватывает некий сталкер. Он затаскивает игрока в укромное место и указывает на отряд наемников, направляющихся в бару. Игрок послушает разговор наемников с барменом, они ищут игрока, но бармен отсылает их прочь, сообщает, что это их проблема. Сталкер говорит, что игроку срочно нужно уходить из города. Он указывает безопасный путь и дает координаты своего лагеря. Игрок приходит в лагерь сталкеров. Он рассказывает, что ищет доктора. В зоне творится какая-то чертовщина, а доктор может знать, что происходит с игроком, связывается сталкер, проведший его через периметр. Сталкер просит игрока заглянуть к нему на базу долга. Он знает, как найти доктора. Один из сталкеров отправляется вместе с игроком. Остальные
сразу идут на базу долго на заводе «Росток». В это же самое время наш главный герой узнает, что оборудование, найденное в старых лабораториях зоны с индексом X, долг передает в научное в НИИ ЧАЭС для изучения. Прибыв на базу долга, игрок находит знакомого сталкера в лазарете. Тот рассказывает, что был сильно ранен военными, потерял сознание и очнулся уже на базе долга. Его вылечил как раз-таки болотный доктор. Он же, узнав о смерти стрелка, рассказал, что его можно найти в лагере болотных сталкеров. Свидетельство о смерти стрелка можно найти в лагере болотных сталкеров. В это время к беседующим приходит сталкер из отряда, с которым пришел игрок. Знакомый сталкер спрашивает, кто это такой? И, выслушав ответ, игрока кивает. Перед прощанием знакомый сталкер просит игрока взять из его рюкзака наушники для КПК, чтобы руки на болотах были свободны. Когда игрок со сталкером, наш главный герой, со сталкерами почти добирается до лагеря болотных сталкеров, с ними связывается его знакомый. Он говорит, что вспомнил, где видел сталкера, который сопровождает игрока среди наемников. Он предлагает игроку договориться с болотным сталкером о засаде на наемников. Игрок в присутствии замаскированных наемников беседует с болотными сталкерами, в разговоре пытаясь намекнуть, кто на самом деле с ним пришел. Болотные сталкеры указывают место, где можно найти таки болотного доктора. Придя на место, игрок видит, как навстречу выходит сталкер. Он представляется доктором. Наемники, идущие с игроком, наставляют на него оружие. Глава наемников берет на мушку игрока и говорит: «Извини, ты больше не нужен». Болотный доктор говорит наемнику: «Ты тоже», и активирует защитный артефакт. Вокруг наемников поднимаются болотные сталкеры в маск-халатах. Начинается перестрелка. Во время боя игрока накрывает сном. Он теряет сознание. Игрок приходит в чувство и видит склонившегося над ним человека. Тот говорит, что он и есть болотный доктор. Он рассказывает, что искал игрока как последнего, кто общался со стрелком. По словам доктора, в научно-исследовательском институте Чернобыльской аномальной зоны существует некий секретный проект. Стрелок пытался выяснить его детали. Доктор хотел бы знать, что такого раскопал стрелок и из-за чего его убрали. И какое отношение к этому имеет наш главный герой, за которого нам предстоит играть в Сталкере 2, на которого повесили убийство. Игрок передает доктору пакет от стрелка. В нем оказывается пластиковая ключ-карта с неизвестным символом. Доктор не знает, зачем она нужна, но задумчиво констатирует, что стрелок никогда ничего не делал просто так. Единственная оставшаяся зацепка КПК одного из наемников с координатами их секретного лагеря. Лагерь находится под тем местом, в котором игрок встретился с группой сталкеров. Игрок приходит в лагерь наемников. Там он находит стационарную рацию, на которой идет вызов. Игрок, выдавая себя за наемника, общается по рации с человеком, который спрашивает, как там охота на игрока и болотного доктора. Игрок сообщает, что оба мертвы. Человек дает срочное задание забрать еще одно устройство у техника свободы и сложить его в тайник недалеко от института, где работал стрелок. В этот же самый момент игрок узнает, что на базе свободы
два соперничающих торговца активно обменивают артефакты на оружие и медикаменты. Конкуренция между торговцами настолько велика, что разделила группировку на два лагеря, каждый из которых поддерживает одного из торговцев. Ну, таким образом, свобода распалась в Stalker 2. Да, вот так вот. Игрок приходит к технику свободы и забирает устройство, которое оказывается контейнер с возможностью удаленной активации артефактов. Под давлением со стороны игрока техник рассказывает, что первое устройство ему заказали якобы для изучения свойств артефактов. Когда техник узнает, что случилось со стрелком, он понял, что произошло, но не мог уже ничего поделать. Опасаясь за свою жизнь, техник передает игроку устройство и предлагает устроить засаду на тех, кто придет за ним. Игрок складывает устройство в тайник, оставив себе дистанционный активатор, и залегает в засаду. Через некоторое время неподалеке останавливается автобус с людьми в форме охраны института, где работал стрелок. Один из них направляется к тайнику. Игрок активирует устройство. На месте тайника появляется громадная гравитационная воронка, затягивающаяся в себя автобус. Это, кстати говоря, воронку вы можете видеть на арте, на первом арте Stalker 2. Часть людей, то есть вполне возможно, что сюжет 2010 года будет в Stalker 2 именно такой. Мы вернемся к сюжету. Часть людей успевает выпрыгнуть из автобуса. Завязывается перестрелка. С тела последнего выжившего игрок поднимает удостоверение сотрудника охраны института, где работал стрелок, и относит его болотному доктору. Находящийся у доктора знакомый сталкер предлагает свести игрока с барменом. Тот может узнать больше по своим каналам. Сталкер знакомит игрока с барменом. Игрок показывает бармену добытое удостоверение сотрудника НИИ ЧАС. Бармен отводит игрока со сталкерами в комнату за барной стойкой и связывается с кем-то по КПК, после чего сообщает, что скоро подойдет человек, который поможет разобраться в ситуации. Вскоре в комнату входит некий сталкер. Здороваясь с присутствующими, бармен передает сталкеру документы. Тот рассматривает их, кивает и говорит, что ему понадобится несколько дней, чтобы провести расследование. Он просит игрока встретиться с ним в НИИ ЧАС. Для этого понадобится присоединиться к одной из официальных групп, идущий в научный городок. Он дает координаты такой группы, сопроводительные документы и сообщает, что военные игрока трогать на сей раз не будут. Если игрок спрашивает, кто такой этот сталкер, тот показывает игроку удостоверение и, кто бы вы думали, это уже полковник Дегтярев, главный герой сталкера «Зов Припяти». Мой любимый персонаж из всей трилогии. Но вернемся опять-таки к сюжету «Сталкер 2». Игрок присоединяется к группе ученых и официальных сталкеров и грузится с ним в автобус. На полпути к периметру группу перехватывает отряд бойцов во главе с начальником охраны НИИ ЧАС. Бойцы одеты в форму таким же символом, как на ключ-карте, передая который у доктора. Игрок вынужден сражаться, не покидая автобуса. Когда игрок уничтожает всех противников, его накрывают особо сильными видениями вновь, и он теряет сознание. Ну, как стрелок в «Тени Чернобыля». Наш игрок «Сталкера 2» приходит в себя уже у бармена в Сторинген. Там же находится Дегтярев и болотный доктор. Доктор комментирует, что вытаскивать игрока с того света, похоже, уже становится хорошей традицией. Также был спокойным стрелком в его бурные годы. О, как это душевно, а! Дегтярев
приносит извинения игроку. Он говорит, что во время подготовки к расследованию в ней час начальник охраны сбежал. Судя по всему, его предупредил кто-то из службы безопасности Украины. Далее СБУ. Во-первых, это снимает обвинение с игрока. Он теперь официально невиновен. Во-вторых, в записках начальника охраны Дегтярев нашел документ с координатами некой лаборатории. Доктор достает пластиковую карту, переданную стрелком. Символ на карте совпадает с символом на шапке документа. Дегтярев говорит, что не может начать официальную операцию. Вероятный противник наверняка будет предупрежден своими людьми в СБУ. Дегтярев просит игрока самого проникнуть в лабораторию. По указанным координатам игрок находит место, охраняемое людьми в форме, с уже знакомым символом. Игрок предъявляет ключ-карту и узнает, что носитель карты идентифицируется как наблюдатель от НИИ ЧАС. Один из сотрудников лаборатории демонстрирует игроку исследовательский компас и высказывает надежду, что НИИ ЧАС сможет быстрее закончить создание узлов контролируемой установки. Проходя по лаборатории, игрок видит начальника охраны. Тот пытается вспомнить, чем лицо игрока ему знакомо, но его отвлекает. Сотрудник лаборатории доводит игрока до дальней части комплекса и передает ему документацию, с которой представителю НИИ ЧАС стоит ознакомиться на досуге. В момент передачи документации начальник охраны поднимает тревогу, сообщает, что игрок не тот, за кого себя выдает. Игрок вынужден прибиваться к выходу из лаборатории, естественно, со стрельбой, но как же по-другому-то в «Сталкере». В документах оказывается информация о заговоре между верхушкой свободы, людьми из НИИ ЧАС, некоторыми учеными и военными. Результатом заговора стало создание некой установки на основе оборудования секретных лабораторий, переданного доктором в НИИ ЧАС. Также по ним упоминается, что оба конкурирующих торговца свободы сбывают артефакты заговорщикам. Игрок по просьбе доктора передает документы бармену, который распространяет эту информацию среди сталкеров. Ну и помимо того, что свобода разделилась на две группировки, так еще, понятно, громкий скандал выходит со свободой. Старый лидер свободы исчезает вместе с несколькими верными людьми. Его место занимает новый лидер. Он связывается с барменом и просит обелить свободу в глазах сталкеров. По его словам, свободовцы были не в курсе заговора, будучи обмануты старым лидером. Взамен он предлагает информацию, найденную в документах старого лидера. С Бауманом связывается и лидер долго. Его люди проникли в лабораторию фармацевтов, получив некое сведение об их планах. Но долгу не хватает информации из документов, которые игрок передал бармену. В обмен лидер долго предлагает свою часть информации. Бармен собирает лидеров всех группировок на переговоры на нейтральной территории. Там же присутствует игрок и болотный доктор. Присутствующие обмениваются информацией, получая достаточно полные сведения об установке, которая должна усилить поиск и поток энергии ноосферы Земли. Таким образом, ноосфера, мы узнаем, что не была уничтожена в тенях Чернобыля. Тем самым увеличивается поток артефактов, сбыт которых заговорщикам уже давно налажен. Доктор предлагает уничтожить установку. Он считает недопустимым влиять на зону так как, по его мнению, это живой организм со своими хрупкими взаимосвязями. Лидер долго предполагает, что установку можно использовать, если не для уничтожения, то для
существенного ослабления зоны. Мир будет освобожден от угрозы зоны. Лидер свободы считает, что установку следует использовать по прямому назначению, но артефакты должны принадлежать всем. По его словам, зона уникальна и должна используется во благо человечества, а не в целях обогащения несколькими людьми. Не нужно бояться неизвестного. Бармен говорит лидерам свободы и долга, что в зоне много людей, которым не нашлось места на большой земле. Зона, как она есть, их последнее убежище. Если установка изменит зону, этим людям, включая бармена, некуда будет больше идти. Кроме того, он напоминает присутствующим на своеобразной стрелке сталкеров, что пока решать бесполезно. Координат установки ни у кого нет. Все присутствующие договариваются приступить к поиску установки. Игрок возвращается к доктору. Его дом атакуют бойцы во главе со старым лидером свободы. Когда игрок уничтожает часть противников, остальные начинают отступление. По ходу движения от основного отряда отделяется группа бойцов, чтобы задержать игрока. В конце концов, начальник охраны остается один. Игрок либо сам ранит старого лидера, либо его останавливает пес доктора. Игрок допрашивает раненого и узнает координаты установки. И вот мы подобрались к финалу. Главный наш герой Stalker 2 сбрасывает координаты установки своеобразному совету, то есть объединенному совету группировок. К игроку присоединяется его отряд, основа которого сталкеры, помогавшие в начале сюжета, плюс люди группировок, которые игрок помогал по ходу игры. То есть свобода с долгом, по сути, объединяются ради уничтожения установки. Дальше игрок добирается к местности у установки и узнает в ней то место, которое преследовало его в снах. Он пробивается к установке через боевиков, которым командует бывший начальник охраны НИИ ЧАС. На месте игрок выбирает, что же будет он делать с установкой. Часть отряда не соглашается с его решением. Игрок вместе с остальными реализовывает один из выбранных вариантов. Скорее всего, он уничтожает эту самую установку. Да, вот такой вот сюжет Сталкера 2. Надеюсь, вам понравился. Всем пока-пока.